Привет! Мы на канале Изофия. Мы сегодня будем пробовать сладости, которые нам привезли с Канады. Далеко-далеко, с далекой Канады. Да, Софи? Да. Я думаю, они будут очень вкусные. Да. Ну что, будем начинать? Да. Так, я видела шоколадку Милка, поэтому начнем с нее, да? Да. Смотрите, какая огромная там Милка. Там не Орео. Орео? Так, давай я вот это все отодвину. И так чуть-чуть в сторону, чтобы ребятам Лиза, было видно. Лиза, поможешь открыть? Давай я тебе помогу. Конечно. А вы мне дадите попробовать кусочек? Да. Ну, давайте. А София, вот она забыл. Такая шоколадка. Такая шоколадная, такая сладкая. Аромат. Можно... Большая какая. Большая. Еще будем пробовать? Сладкая. А, подожди, вот разломалась. Смотрите, какая она внутри. Это что там? Орео. Да. Орео. Это беленькая печенька там идет? Что да. еще там идет? Крем белый. И шоколадное печенье. Дайте мне попробовать кусочек. Ты же большой. Ух ты! Действительно, такая красивая шоколад и печенье. Но очень сладкая. Очень сладкая и напоминает Орео, но... Вкусно. Даже вкус шоколада перебивает саму начинку, да, которая в Орео. Ну, я вижу, София очень понравилась. Она заснула в рот. Очень сладко, да. Но такой шоколадки много не съешь. Ну, понемногу можно пробовать, да? Да. Ну что, мне кажется, мы одобряем этот вариант. Вкусная шоколадка, но можно ее по чуть-чуть. Так. Теперь открываем вот так. Следующая у нас шоколадка. Смотрите, у нас Милка. Тоже Милка, но какая-то она... Интересно, у нас таких нет вообще-то. Я не видела, да? Давай я. Это с чем она? С каким-то тортиком. Да. С бисквитом. С бисквитом? Да, давай. И с орешками. Вот. Это молочный шоколад или черный? Это мой молочный. Ух ты, что это? Ага, ай, как интересно. Две упаковочки. Давай ты откроешь. Давай одну упаковку. Давай маленькую. Давайте попробуем. Это, наверное, две полукозловки, потому что это вкусно. Ну, конечно, вкусно. Одной упаковочке еще. Но у нас нет, таких нет в Украине. Да. Угу. А, ну, покажи, что там, Лиза. Покажи. Что-то мне подсказывает, ребята, что тут шоколад с алкоголем. С алкоголем? Ух ты, и с чем это? Покажи поближе. Смотрите, прослойка как бисквит. Да. Да. И с чем там? Вкусно! Вкусно? Вкусно. Но пахнет ликером. Да, попробуй. Ликер. Какое? Ликер. Держи. Вкусно, да? Да. Я не хочу доедать, не вкусно. Ну как печенье. Да, особо ликера нет. Вкусно. Тоже. Но та шоколадка Орео слаще. Да, есть привкус, да? Да, привкус немножко есть. А это был. Это не очень, да? Слушай, для детей совсем... такую шоколадку нельзя. Кушать. Покажи еще упаковочку. Это для более взрослых. Более взрослых это шоколадка Милка, да? Ну да. Интересно, как она называется? А это для меня все. Амауэл. Интересно. Ну интересно, придумали то, что в двух упаковках, да? Прикольно, я такое впервые вижу. Мы отодвигаем дальше, следующее. Вот. Вот это нам привезла тетя Оксана. Тетя Оксана, привет! Поможи тете Оксане. А, поцелуй, так. Открываешь? Уже жирные руки от шоколадки. Это самое любимое блюдо, это червячки, да? Это желейки или что это? Да, это желейки. Да, это желейки. Дети любят. А ну покажи мне упаковку. Смотрите. А что же там в серединке тоже? Покажи мне, такие же червячки. Такие червячки. Такие уже пробовать не удержалась. Вот такие, да, разноцветные, как у меня упаковочки. София, ну и как? Ой, пахнут сладким-сладким. Такой пестрый запах. Давайте пробовать. София свою дает. Ну давай, попробуй. Ну и как? Красивенький в сахаре. Ты же покажи ребятам, какой у тебя цвет. Голубой и розовый. София, ну кисленький, действительно. Есть. У тебя зелено-желтый у вас, а я возьму еще какой-то тут цвет. У тебя какой, София? А я возьму розово-оранжевый. Смотрите, вкус розового, а это малиново.
А сейчас голубой. А у меня лимонка. А у меня апельсин. Да? А голубая какая-то черника. Черничка? Ну, вкусно. Интересно, попробую, да? Попробую это. О, у меня малинка. А можно попробовать? Малина, да? Да, это интересно. Давайте но дальше. Пахнет, понюхай. Ой, сладким капец. Хороший аромат, да? Прям это такой канадский. Насыщенный, сладкий. Как же название? Лучше приблизим картинку. Читайте. Мы не знаем. Так. Следующее. Теперь вот это. Нет, не вот это, а вот это. Девчонок, тут еще нет, могут? Вот это. Не-не-не, это давайте. Так, смотри. Ух ты, какая большая коробка. Number one. Номер один. Это... Так, тролли. Это что там? Тролли. Это тоже у нас... Слизняки, я их называю. Давайте посмотрим. Там килограмм или два? Тысячу килограмм. 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 Целый килограмм, София. Вот таких разных червячков. Это нам хватит на день. На один день хватит. София, кока-кола пахнет. Смотрите, как много тут их. Они тут все разные. Тут есть и кока-кола. И червячки. Да я. Сейчас, Солнышко, я тебе дам попробовать и рыбки вот здесь такие. Я сама. И акулка. Смотри. Акулка такая, да, тут беленькая идет край. Смотри, тут. Вот какая и рыбка. Что или что и это? Смотрите, какой или я червяк. Это крокодил. Да. Нашла. И вот такие есть. А вот, смотри, и бабочки. Мишки. Ой, бабочка, смотри, какая. И червячки какие красивые. И вот Мишутка какой красивый. А тоже. Это что? Соска. Соска? Покажи, София. А есть даже кока-кола. А мне понравился вот такой винишко. А мне кока-кола. Покажи. Кока-кола? Ой, покажи. Привкус кока-колы? Да. Правда, как кока-кола? Ой, смотрите, тут даже есть мишка. Вот, мне тоже нравится. Ой, у тебя поменьше. А ну покажи мне этого мишку. Смотрите, у нас уже два мишутки таких красивых. Что там еще есть? София, смотри, какие мишки. Я бабочку попробую. А это походим? Какой-то мистер банан. Интересно. Или кто это? Или пингвин? Покажи. Кто это? Нет, он вот так. Вот так. Покажи. Вот так тоже, да. Может, косточка? Может быть. Да, надо попробовать. Я хочу бабочку попробовать. А я попробую такого мишку, мне он нравится. Покажи бабочку. Непонятно, неопознанный объект. Такой. Желтенький? Что ты все грызешь? София, все, попробуй на это. Понадкусывает? Это я интересно? Я один укус. Это крокодил. Я хочу. Ребят, мишка тоже прикольный. А это кто? А это покажи. Мордочка собаки. Покажи. Ух ты, собачка, покажи Савике. Смотри. Вот, да. Точка собачки. Кто это? Кто это такой специальный? Да, морда, верно. Прикольно вообще. Удавчик. Я боюсь его удавчика. Да ну, это сладкие конфеты. Ой, это мышка. Лиза, попробуй. Там разные штучки. Это же интересные, да? Попробуй. Ты не знаешь, что это. Да, сладости София наестся. Я не знаю, что это за вкус. А я знаю. Как вот это. Как маршмеллоу? Да. Это выглядит как маршмеллоу. Но на вкус не такой. Ну да. А вот это кто? О, медведь. Смотрите. Смотрите. Смотрите, сколько у нас мишек. И осьминожка. Получилось. И осьминожка. Осьминожка. Осьминожка? Да. Видим, классно. И череп. Смотрите, какой я червяк. Ну что у нас там дальше? Смотрите, какой он червяк. Классный червячок. Что у нас там дальше, ребята? Давайте посмотрим. Что дальше? Вот это? Да. А потом вот это. Честно, я даже не знаю, что это такое, но знаю точно, что покажите. Это со вкусом вишни. Давай попробуем. Угу. Давай попробуем. Супер. Ну, где-то так.
Давай. Сейчас подожди. Ух ты. А ну, Лиза, покажи. А, запах Софи, что такой. Это? Покажи. Это на что похоже такое? Открой, Лизунька. Покажи нам. Это как червячки. Вот пластилина какого-то. Ребят, может, это пластилин мы съели? Да вряд ли. Ну. Дай. Я попробую. Дай. У нас очень-очень такой запах прям. Вишня. Очень сильно насыщенный. Да, похоже на пластилин. Ну, на вкус ничего. Что это напоминает? Я не могу понять, черешня. Что это такое. Ну, понятно, по вкусу, по запаху, да. Их такой. То есть это пластилин. Здесь много, да? Это пластилин. Ну да. Пластилин. Их здесь много-много таких черешней. Это пластилин. Ну, похоже на пластилин, но это вкусные такие конфеты. Тоже на любителя. Ну, давайте посмотрим, девчонки, что у нас дальше. Ну, давайте думать, гадать. Не думать, не гадать, а будем выбирать. Так. Угу. Вот что мы уже открыли. А дальше у нас будет маршмеллоу. Посмотрите, ребята, какой он красивый. Угу. Я думаю, он очень будет вкусный, да, Софи? Ну, вот тут мы сразу видим, что он у нас вообще фруктовый. Тут разные вкусы фруктовые. Клубничка, угу. Виноград, манго, банан, ананас. Что ли? Даже есть... Как она называется? Ягода. Как она называется? Это какая ягода? Покажи. Скажите, вот. Ответьте. Напишите в комментарии, как называется вот эта ягода, которая покажи, здесь нарисована. Покажи, может, я отгадаю? Ну давай отгадай, или пускай ребята напишут нам в комментариях, да? Нет, красненькая. Ягода. Ну открывайте, давайте. Давайте не будем ждать, будем пробовать. Так. Да, я не могу просто терпеть. Да, и что у нас там получается уже? Ну покажи, ну что это, София? Это маршмеллоу. Попробуй, я у тебя кусочек. Оп, держи. Он такой у нас разноцветный, тут полосочки розовые, белые, желтые есть. Ну интересно, какой на вкус будет. Угу. Так. А ну покажите, девчонки. Какая-то косичка. Не ярко выражен вкус. Ну что там? Вкусненько? Вкусный. Вкусный, сладкий. Тут, по-моему, все очень сладкое. Вот такой у нас маршмеллоу. Угу. Вот. А мы, наверное, будем продолжать дальше. Что, понравилось? Дайте попробовать. Лиза, достань, пожалуйста. Не может остановиться. Лиза, дай я попробую. И какой вкус? Дай мне, Лизу, не дается. Ну, хорошо. Я вот попробую такой. Он мягенький, тоже похож на пластилин. Да, девочки? Да. Ну, такая... Вкусно. Но это не пластилин. Редкая, интересная штука. А мы будем продолжать дальше. Так. Давайте. Вот. Что у нас там еще осталось? Следующая у нас шоколадка. Посмотрите, какая. Та-дам! С орешками. Да? И с вишней. Тут да. Показано, что целая вишенка. Просто она по кусочкам делится. Давай, открывай, София. Давай ее не буду. Ну ладно, рви. А ну-ка, и что там у нас получается? Ты уже дальше открывай. Нет, ребята, это походу не шоколад. Это мясо. Мясо. Смотрите, это как пирог. Да, это как пирог. Может, это пирог? Смотрите, вишня. Может, желейный пирог, что ли? Я думаю, тут нам понадобится нож и тарелка. Да. Сейчас мы взяли нож, взяли тарелку. Тут я Софии уже помогаю. И что там будет, София? Пахнет, Лиз? Да. Сладким. Пока понюхать. Что, Лиз, получается? Разрезали. Как, на пирог похоже? Что да. Это? Я думаю, это даже творожный пирог. Да, бери, София. Накладывай все, бери, пробуй. Творожное такое что-то, ну, да? Мне кажется, что-то похожее, по крайней мере.
Давайте пробовать будем. Что, не очень? Ну, такое специфическое. Ну, как по мне. Покажи, что очень мы там открыли. Сахара. Как оно выглядит, лизун? Давайте я тоже попробую. Очень много сахара. Как наша запеканка, да? Да, но что-то очень такое. Такое суховатое. У меня платье Анны. Угу. Еще и там есть Белоснежка. Ребята, это на щербет похоже. Теперь у нас, София, будет печенье, правильно? Да. Ну, давай, открывай. Так. Но это у нас необычное Орео. Тут с двойным, вот это, с двойным кремом. Mm-hmm. То есть оно еще больше и вкуснее будет. Mm-hmm. А мне, знаете, ребята, что еще нравится? Когда Орео долго постоит в холодильнике, mm-hmm. Наверное, какое нужно... оно потом вкусное. А с белым шоколадом? Помочь тебе? Нет. С белым шоколадом. Да, в белом шоколаде. Обычно Орео идет, но только в оболочке белого шоколада. Безумно вкусно. Кстати, не получается? Или получается распаковать? Да? Нормально? Или помочь? Мы просто очень хотим сильно много сладкого. Поэтому... Вот так. Давай, София, лучше мы уже попробовали. Татьяна, ну покажи нам, что там. Тут такие штучки. Угу. Маленькие упаковочки. В каждой упаковочке по два печенья. Вот это! Угу. Да. Ну давай, вот. Давай, открывай. Мама. Давай, пожалуйста. Давай, ребята, такое я вижу впервые. Смотрите, в чем прикол, показываю. Что это? Это везде так. Как? Я такое впервые вижу. Смотрите, печенька наоборот. Обычно ж вот этой стороной внутрь, угу. Видите, а снаружи печать. Угу. А тут видите, как сделано. Угу. Мне интересно, а во втором так же будет? Ты не перевернула? Да, это брак. Смотрите. Вы нашли брак в печенье? Да. Ну, давайте пробуем. Давай. Брак ли это на самом деле или нет? Вкусно? Да? Нужно если сделать... бы оно еще было холодное, было бы вообще вкусно. Хорошо, остатки печенья ложим в холодильник, а потом будем еще пробовать, да? Да. Видите предложение? Ты еще не подписался под видео? Нажми кнопочку, потом на колокольчик, теперь на квадратик. И каждый день будешь смотреть мое видео. И пишите комментарии. Да, да? И ставь лайк. Какие вам конфеты понравились и что вы уже пробовали из того, что мы вам сегодня предложили, да? Подписывайся на канал. Да, Софийки. Ну что, мы продолжаем? Да. У нас вкусняшки остались еще. Да. Вот еще одна такая красивые. Вкусняшка от Nestlé. Смотрите. Звучит вкусно, да? Да. Ну что, распаковываем? Давай, София. Мне прям хочется. Как красиво. Цветные какие монетки. Ты открыла? Давай. Давай. Смотри, давай, как легко. Раз. Ух ты. Покажи, какая красивая бутылочка прямо. Да. Ух ты. А ну покажи поближе. Вот такая красивая. Да, очень удобная. Туда можно будет тоже потом саживать конфетки и носить с собой такую в школу или в садик. Да. Да. С конфетами. Ну, интересно. Ну-ка, попробуем, девочки. Давай, я высыпаю. Нет. Давайте, давайте. Они убегают. Ой, как красиво. Ну что, пробуем, девчонки? Да. Так, давай попробуем, у кого какой любимый цвет. Так, какой у тебя любимый цвет? Фиолетовый и... Розовый. Фиолетовый и розовый. Ну, твои две конфеты. А мой тогда будет, попробую для разнообразия. Ну как, София? Шоколад нужный. Желтый. Шоколад? И зеленый. Желтый и зеленый, так. Шоколад? Да. Давай маме попробовать. Ой, какой сладкий. Да, розовый. Угу, давай. Какой сладкий. София не дала маме, да попробуй больше. Так одну? Прикольно. Ребята, очень вкусно.
Да. Под чаек. Угу. Он похож на амандан, да? Угу. Ну, вы знаете, даже очень даже интереснее, вкуснее. Да. Вкусно. Но я знаю, что у вас еще что-то одно осталось. Очень тонкий вкусный шоколад. Швейцарский, да? Что да. Есть еще? А, вот. А. Вот такой. Давайте попробуем. Там смотрите, конечно... я просто покажу вам, какие у нас были конфетки. Монетки вот такие. Как денежки. Но это сладости. Можно кому-то подложить денежку и под подушку. Он попробует. Угу. А это у нас швейцарский денежка. Шоколад. Угу. Давай. Давай. Не надо так открывать. Как высыпь пицца. Вот так. Это я. Давай, давай. Давай, София, давай, аккуратненько. Смотрите, какая красивая упаковка. Золотая. Очень красивая, золотая. И что там у нас внутри? Шоколад! Смотрите, какой шоколад! Это такие толстые плитки? Нет, а они ну-ка. Очень тоненькие. Очень тонкие. Мне деньги поставили. Ух ты! Очень тонкий, хрустящий шоколад. Да? Надо да. Попробовать? Давай. Красивый, с узором таким. Спасибо. Ребята, он хрустит. Как чипсы. Шоколадный. Очень вкусно, черный. Угу. Черный. А сколько процентов черного шоколада? Там нормально. Мне интересно прям. 2% шоколада, да? Черного шоколада, да. Супер. Ну что, София, понравилось? Да. Подписывайтесь. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И София, ставьте лайки. Пока-пока. До следующего видео. И пишите в комментариях. Да. Какой шоколад вам больше всего понравился? И какой вы пробовали шоколад? Пишите в комментариях. Мы вас любим. Всем пока-пока.